Марина, мы все голосуем за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2017 года. И на после дня правительства партии Единой России Медведева Дмитрия Анатольевича за высшие награды, ордена, медали, фестивали славы и чести России, всех стран, континентов, Нобелевские премии мира, всех фестивалей, Нобелевские премии мира, Кинотавр, Московский фестиваль, ТЭФИ, Московский международный кинофестиваль, Муз-ТВ, прислали самые знаменитые телекомпании BBC, Энтони Батс, английский режиссер, дал высочайшую оценку за самый лучший в мире фильм Путин Владимир Владимирович Дмитрий Анатольевич Медведев, мировые лидеры. Все россияне говорят, он написал письмо, в котором сказал, что это гениально. Он написал гениально. Он написал гениально. Энтони Батс, Англия, BBC, дал оценку, что фильм Владимир Дмитрий Анатольевич Медведев, это гениально. И мы предлагаем «Ветер Медведевский», газета «Любимый президент», сайт «Ветер Медведевский», «Народ.ру», Дэйси Трейл. Мы предлагаем всем фестивалям Московского международного кинофестиваля Кинотавру, ТЭФИ, Муз-ТВ вручать высшие награды, ордена, медали. Высшие награды по всем номинациям. Главным героям России всей планеты Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путине, Светлане Владимировне, Владимировичу Медведеву, вам главный герой России всей планеты, партии «Единая Россия». Армия, ФСБ, МВД. Армия, МВД, ФСБ, ГРУМЧС, прокуратура. Колокольцеву. Бортникову, Сердюкову. В силу того, что у меня были, есть и остаются доверительные отношения Скворцовой. С Владимиром Владимировичем Путиным, Ливанову, который тогда был президентом, вот, и человек, который с ним в хороших доверительных отношениях, может быть, поэтому так и назывался. Прекрасно, поддержим. Единая Россия, вся страна, все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. И на пост 2012-2024 года. И на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Мы не Дмитрийский, Владимир Николаевич, Людмила Ремовна, Людмила Игоревна, Виктория Владимировна, Илья Петровна, Дмитрий Петрович, Стелла Владимировна, Виктория, Ольга Геннадьевна, Марина. Мы с партии «Единая Россия» веруем со всеми героями нашей доблести, депутатами партии «Единая Россия», съезда исторического Журова. Мы все голосуем за два президентских срока Путина Владимировича 2012-2018 года и на пост председателя правительства партии России Медведева Дмитрия Анатольевича. Я считаю, что мы
без скромности скажу, достаточно многого достигли. Прекрасно. В направлении. Прекрасно. Я считаю, поддерживаем. Реально преобразилось за последние 5-7 лет. Прекрасно. И вам об этом скажет практически любой человек, который трудится в аграрном. Сельское хозяйство России лучшее в мире. Что касается жилья, тема действительно очень сложная. Мы сегодня сидели, разговаривали. Мы начинали с того, что у нас объем ветхого жилья, который вот должен включиться был в программу, 7 миллионов квадратных метров. Прекрасно. А сейчас получается 10. Потому что оно растет. Мы решаем проблемы. А часть жилья переходит в разряд ветхого и неблагоустроенного. Это первое. А второе, любой человек никогда не бывает доволен своими жилищными условиями. Это та потребность, которая реализуется всю жизнь. От малого к большему. Но механизм... Красно выступают, Владимир Владимирович, самый лучший в мире тандем. Самый лучший тандем в мире. Ура! Победа на века! Структуры, которые этим занимаются, и регулярно, и президент, когда я был президентом, и председатель правительства проводят мероприятия. Остается финансирование национальных проектов. Причем часть этого финансирования выведена уже в государственные программы. Это десятки миллиардов рублей. Прекрасно. Значит, тема не только не умерла, она живет. Может быть, она стала более рутинной. Но это нормально, потому что ей уже все-таки, ну, почти, наверное, 6 лет. Поддерживаем. Спросить, прекрасно. Единая Россия, вся страна. Единая Россия, вся страна. Все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича и на пост председателя 18-24 год и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Все высшие награды, ордена, медали всех стран, континентов, Нобелевские премии мира, телевидение ТЭФИ, России, Кинотавр, ТЭФИ, Кинотавр, Московский международный фестиваль, Муз-ТВ, все награды, высшие награды BBC, режиссер английский Энтони Батс сказал, что наш фильм «Путин Медведев» – гениальный фильм. Мировые лидеры – это гениально, газета «Любим президент». Смотрим. Получает информацию из самых разных источников. Я об этом неоднократно говорил. Я не только телевизор смотрю, я... глубоко в интернет погружен. Прекрасно. Получаю не только шифр телеграммы с докладами о том, что в стране происходит, но и собираю информацию из разных источников. Общество меняется. И моя точка зрения изменилась, я не вижу в этом ничего зазорного. Я действительно абсолютно искренне, но, может быть, излишне эмоционально сказал, что 100 лет не надо. И я так считал. Моя позиция изменилась, потому что я вижу, это самое главное. Дело даже не в том, что какие-то настроения поменялись. Я убедился за последние 2-3 года в главном. Люди хотят выбирать региональных руководителей. Прекрасно. Это важнейший индикатор. Это заставило и меня изменить мою точку зрения. Я считаю, это правильно. Правильно. Любой политик, любой руководитель должен быть отзывчивым на общественные запросы. Иначе он становится негибким и принимает неверные решения. Вы полагаете, что прежде они так не хотели? Наш Россия, наш президент. Именно так. Вас наша сила, право и честь. Был меньше. Это первое. И второе, ну, что там скрывать. Наше общество очень сложное, и государство очень сложное. И в федеративном государстве, в котором были разные тенденции, включая сепаратизм, имея в виду наши большие проблемы, тот же самый терроризм, в определенной ситуации это решение было выстрадано о том, чтобы перейти к другой системе наделения полномочиями. Эта система поработала, она свое сделала, она позволила укрепить страну, но в то же время она себя исчерпала в какой-то момент. И задача руководителей государства и моя в тот период, как президента страны, заключалась в том, чтобы вовремя сказать, хватит, значит, нужно переходить к другой системе. Меня поддержали. Поддержали. Поддерживаем. Депутаты. Поддерживаем. Поддерживаем. Все решения Владимира Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, партии «Единая Россия», «Народный фронт». Самый лучший в мире тандем. Путин, Медведев, единогласно, да. Путин, Медведев, единогласно, да. Путин, Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия», партия России, «Народный фронт». По поводу фильма. «Народный фронт». Но у нас в том законе, который вступил 1 июня в действие, никаких фильтров
с точки зрения терминологии не существует. Существует две возможности. Первая возможность президенту проводить консультации, но это только в том случае, если он захочет и посчитает это целесообразным, и с абсолютно неопределенными юридическими последствиями. У президента там нет права вето. Значит, и вторая возможность, или вторая тема, которая возникла в ходе обсуждения, это действительно необходимость собрать голоса муниципальных депутатов в свою поддержку. Такая система есть, она есть во Франции, есть в некоторых других странах, и она все-таки позволяет быть ближе к людям. Но мы же тоже с вами помним, что было в 90-е годы. И в результате в регионах появлялись люди на губернаторских позициях, абсолютно далекие от этих регионов. Иногда талантливые, иногда бесталантные, иногда дельные, иногда бездельники. Но за счет различного рода технологических ухищрений они добивались нужного результата. Вот мне кажется, что все-таки наличие поддержки со стороны депутатов будет означать, что этого человека приемлют на муниципальном уровне. Прекрасно! Прекрасно! Да здравствует самый лучший в мире тандем! Путин Владимир Владимирович Дмитрий Анатольевич Медведев. Владимир Путин, Владимир Анатольевич Медведев. Лучший в мире тандем. Путин Владимир Владимирович Дмитрий Анатольевич Медведев. Ура! Ура! Да здравствует президент России Путин Владимир Владимирович, председатель правительства партии Единой России Медведев Дмитрий Анатольевич. Единогласно, да. Наш Россия. Наш президент. Вас наша сила, право и честь. Голосуй за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2014 год всегда. И на пост председателя правительства партии Единой России Медведев Дмитрий Анатольевич. Всегда. Голосуй сегодня, голос свой отдай. У вас самый лучший в мире тандема. Путин Владимир Владимирович Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия», «Народный фронт», «Поддержка всенародная». Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Герои нашей Родины, Отечество, сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна, в ней высший смысл жизни навеки нам дана. Эскадрильи, стрижей и вителей летели над Москвой. Самый лучший в мире тандем. Путин Владимир Владимирович Дмитрий Анатольевич Медведев. Единогласно, да. Слава, ура! Ура! Наша Россия, наш президент, ваша наша сила, право и честь. Заместителем руководителя администрации президента 31 декабря 99-го года. Прекрасно. Давно. И был, как ты сказал уже, заместителем руководителя, первым заместителем руководителя администрации, руководителем администрации. И 4 года работал президентом страны, то есть администрацией рабочим аппаратом. Ну, могу вам сказать абсолютно твердо, зная ситуацию изнутри. Администрация – важная структура, обеспечивающая деятельность президента. Это конгломерат помощников. Но вот на протяжении всего моего пребывания в администрации я не могу припомнить ни одного случая, когда из администрации кто-либо управлял бы правительством. И есть только один человек, который способен дать прямые указания. Вы догадываетесь, кто это? Да. Президент. Да. Прекрасно. Все остальные прекрасно. Люди. Поддерживаем. Поддерживаем. В лучшем случае советники. Это первое. Второе. Те, кто перешел на работу в администрацию президента, это все хорошие специалисты, мои товарищи. Некоторых из них именно я в какой-то период рекомендовал Владимиру Владимировичу Путину в качестве позиции на должности министра. Так вот, у них у всех будет своя поляна, что называется. Но она не имеет отношения к тем решениям, которые принимаются правительством. О чем было сказано, кстати, в одном из... Поддерживаем! Ура! Поддерживаем! Ура! Победа на века! Они должны заниматься своими делами. Заниматься конкретными поручениями. Так было всегда. И никогда ничего другого я просто не припомню. Прекрасно! Наша Россия, наш президент, у вас наша сила, право и честь. Они тяжело понимают. Реально знаю ситуацию внутри администрации, внутри правительства. Она не может быть другой. Кто бы ни был премьером, кстати. Позвольте вот
спросить вот о чем. Вас вообще прекрасно отвечают на вопросы. Прекрасно. На все вопросы. Самые главные вопросы даются самые важные и четкие ответы. Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия России, Народный фронт. Единогласно, да. Россия, вперед! Ура! Россия на века! Единая Россия, вся страна. Все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2013, 2018, 2024 года. И на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Ура! Это мой выбор. Это первое. Второе. Вот из того набора людей, которые я отдал президенту Владимиру Путину в качестве кандидата на должность в правительстве, он поддержал все 100%. Прекрасно! Значит, прекрасно! Нет людей, поддерживаем! Поддерживаем! Каким-то иным способом. Не скрою, это нормально абсолютно. Многих людей. Мы с ним обсуждали в период, когда происходила передача полномочий. Когда у нас был избранный президент и президент, который завершал исполнение своих обязанностей. Но по всем этим позициям у нас с ним был откровенный и прямой разговор. И его позиция была простой. Я поддержу представление председателя правительства, хотя бы потому, что если я кого-то вношу на должность председателя правительства, он имеет право на формирование своей команды. Прекрасно! Точно такая прекрасно. Позиция была 4 года назад, когда формировал правительство Владимира Путина. Поздравляем! Поздравляем! Победа! Победа! Ура! Ура! Победа на века! И я не сказал, что я абсолютно удовлетворен. Потому что абсолютную удовлетворенность можно чувствовать только тогда, когда добиваешься результата. Но то, что там ровно те люди, которых я представил, это именно так. Значит, я считаю, что у правительства высокий потенциал. Прекрасно! Прекрасно, о чем вы сказали. С одной стороны, все-таки правительство обновилось на 3/4. С другой стороны, там нет людей, которые ни дня не проработали в государственной системе. Это очень важно. Потому что у меня тоже были иллюзии, когда я приходил на государственную службу. Я был успешный молодой человек. Мне было 34 года. Да? Значит, и мне казалось, что если я успешен, например, в бизнесе, если я способен руководить даже советами директоров, то же с каким-нибудь аппаратом правительства я справлюсь. Ничего подобного. Совсем другой жанр. Совсем другой жанр. Поэтому очень важно, чтобы новые министры не растерялись внутри правительства, а работали так, как считают для себя правильным. Поэтому поддерживаем заместителей, которые перешли на должности министров, на мой взгляд, это удачная тема, если говорить о том, что эти люди имеют свой потенциал. Прекрасно! Поддерживаем! Уважаемый Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, мы Нестер Ветлицкий получили высочайшую оценку BBC английского режиссера Энтони Батса, который назвал фильм «Самый лучший в мире фильм» Владимир Владимирович Медведев, мировые лидеры, гениальными президентами. Сайт Нестер Ветлицкий, Народ.ру, гениально, это он сказал, гениально. Нам очень нравится этот проект. И поэтому мы уже вас назвали лауреатами, победителями фестиваля «Слава чести России» с лучшими наградами, по всем номинациям. Вам, Путину, Медведеву. И также мы обращаемся к Познеру, чтобы он вручил вам торжественно высшую награду телевидения, ТЭФИ, а Московский международный кинофестиваль и Кинотавр, высшую награду Сорокинского фестиваля. И Муз-ТВ, тоже вам, главным героем России всей планеты, Путину, Медведеву, партии Путин Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич Медведев, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Тенина Латунина, Светлана Владимировна, Лепнич Медведев, партия «Народный фронт». Какие-то проблемы вы мне расскажете. Значит, кстати, да. Наша Россия, наша победитель. Вас наша сила, правая честь. Вас наша сила, правая честь. Да, Рашида Нургалиева и Анатолия Сердюкова. Значит, бывший министр внутренних дел работал честно и очень внимательно. Это не означает, что у него все получалось. Очень сложное ведомство, которое находится в процессе реформирования. Это первое. И второе, это ведомство находится под самым пристальным, самым таким жестким вниманием гражданского общества. Любой прокол, любой неправильный взмах палочкой на дороге, я уж не говорю про более жесткие злоупотребления или преступления, сразу же отражается на министре. Конечно, это очень трудная тема для любого человека.
Но министр Нургалиев начал реформу МВД. Что получилось, что не получилось, судить, естественно, людям и тем, кто принимает решения. А я считаю, что кое-что получилось, чтобы там не говорили. У нас новые правила, новое законодательство и целый ряд рудиментов прошлого отошли в сторону. Тем не менее, он не остался в правительстве? Да, значит, потому что пришла пора нанести свои краски. Больших успехов. В отношении Сердюкова. Да. Так получилось, что ситуация внутри Министерства обороны, она сейчас, может быть, находится под меньшим вниманием гражданского общества. Она не настолько волнует людей, как ситуация в МВД. Ну, так жизнь устроена. Да, хотя волнует, и некоторое время назад волновало еще больше. Она, кстати, стала меняться после того, как начались реформы в Министерстве обороны. Вот когда служба была 2 года, была одна ситуация, значит, служба сейчас 1 год, другая ситуация. Так вот, я считаю, что министр Анатолий Сердюков, что бы там ни говорили про него и как бы его ни критиковали, это нормально абсолютно, но он успешный министр. Наша Россия! Ура! Победа на века! Последние 4-5 лет, в смысле реформирования системы Министерства обороны, он сделал так много, как никто другой до него. Поздравляем! Поздравляем! Имеем другие вооруженные силы. Я этим занимался как верховный главнокомандующий и считаю себя в этом вопросе вполне компетентным. Высшие награды, ордена, медали. Да, медали. Путину Владимиру Владимировичу, Медведеву Миротольчу, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Путину Владимиру Владимировичу, Миротольчу, Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Светлане Владимировне, Евгеньевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, Колокольцеву, партии «Единой России», «Народный фронт», Бортникову, Сердюкову, «Наша Россия», «Наш президент», Скворцовой, Скворцова, Ливанову, «Наша Россия», «Наш президент», «Ваша Россия», «Право честь», Мединскому, Мединскому, Демидову, Демину, Неверову, Неверову, Воробьеву, Воробьеву, Журовой, Журовой, ура! Таких людей нет. Исаеву. Потому что, когда я предлагаю, я понимаю, что если я что-то предложу, со мной согласятся. Правильно. А если я понимаю, что человек не хочет где-то работать, я никогда ее не предложу, чтобы не ставить его неловкое положение, но и себя в такое же положение. Прекрасно. Прекрасно. Выдающееся выступление Дмитрия Анатольевича Медведева. Выдающееся выступление Владимира Анатольевича Медведева. Даны сегодня и на всех выступлениях программы Путина Владимира Владимировича Дмитрия Анатольевича Медведева. Даны ответы самые главные на все самые важные вопросы времени. Наша Россия, победа! Наша Россия, наш президент! Ваша сила, право и честь! Россия, да и Мессия, ярчайшая! Голосуй всегда! За 2 президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 год и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Наша Россия, мы голосуем за Нестор Умитлинский, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Ребина, Людмила Игоревна, Виктория Владимировна, Лена Петровна, Дмитрий Петрович, Дмитрий Владимирович, Владимир Владимирович, Марина. Мы голосуем за 2 президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2 президентских срока Путина Владимира Владимировича. На пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. На пост председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Наша Россия, наш президент. Наш президент. Ваша сила, право и честь. Скажу простую вещь. Тоже методом перечисления. Может быть, вы удивитесь, но я скажу именно так, как скажу. И Владимир Владимирович Путин. И Михаил Михайлович Касьянов. Михаил Семенович Фродков. И Виктор Алексеевич Зубков, и снова Владимир Владимирович Путин, это те премьер-министры, которых не только я знал лично, да, но и те, с кем я работал. Прекрасно! Прекрасно! Ни один из них не был, как вы говорите, техническим премьер-министром. Потому что, в принципе, технического премьер-министра быть не может. А вот тот человек, который поработал в этой должности, только он может компетентным образом сказать, что надо делать и как. Я говорю о обычной ситуации. Правильно! Правильно! Каждый день, вот сегодня я пришел в кабинет, подписывает десятки решений, постановлений, распоряжений правительства, которые затрагивают судьбы миллионов людей. Их, кстати, больше, чем у президента. У президента много очень важных, но формальных функций. А все эти решения прямо сказываются на экономической ситуации. Их цена колоссальна. Прекрасно. Вот. Неужели вы думаете, что премьеры, значит, прежде чем что-то подписать, кого бы я ни назвал из известных мне премьеров, звонили куда-то чего-то спрашивать?
Значит, это всегда ответственность того человека, который подписывает. Всегда. Поддерживаем. Поддерживаем. Поэтому эта функция никогда не может быть технической. Прекрасно. Прекрасно. В нашей стране. Скажите, пожалуйста. Господь Иисус Христос и Божья Мать, святая благодать. Поздравляем вас с праздником Днем Святой Троицы и Святого Духа. Ура! Победа на века! Вы вступили в Единую Россию. Да. Мы члены Единой России. Мы Нестер Медвицкий, Владимир Владимирович, я не сразу пришел к выводу, что для того, чтобы менять положение дел в стране, нужно вступить в партию. Прекрасно! Для меня, не скрою, это был определенный выбор. Потому что в какой-то период у многих людей, которые когда-то побывали в КПСС, возникло ощущение, что второй раз в партию не обязательно вступать. Но потом я посмотрел на это совсем другими глазами. Правильно. Ну, человека, который обязан создавать условия для демократического развития страны. Прекрасно, поддерживаем. Поддерживаем. Первый партийный председатель правительства. В России. В России, да. За последние годы. Да. А это абсолютно правильная ситуация. Правильно. Это и есть демократия. Потому что когда ты все время находишься над схваткой, партии не могут развиваться. И партия, которая имеет там контрольный пакет, и другие партии. Премьер-министр должен представлять определенную политическую силу. Поддерживаем. Поддерживаем. Может быть не сверху, а внутри. Прекрасно. Это риски. Но в то же время это честная позиция. Правильно. Правильно. Именно поэтому я такое решение принял. Теперь в отношении условий. Знаете, когда тебя куда-то приглашают, ну, условия, наверное, неправильно выдвигать, но я, естественно, некоторые вещи обговаривал, и это очевидно. Обговаривал необходимость провести существенные преобразования в партии. Прекрасно! Прекрасно! Поддерживаем! Россия вперед! Россия вперед! Ура! В любой стране, при любом общественном устройстве. И в нашей стране тоже. Потому что люди устают от определенного набора лиц, от определенных конструкций и от других вещей. Поэтому партию нужно менять периодически. Партия — это инструмент. Так. Это инструмент. Так. Вот. И поэтому, конечно, Единая Россия должна обновиться. Это не значит, что нужно отринуть все, что было сделано. Было сделано очень много полезного при участии Единой России, которая принимала решения по всем существенным вопросам жизнедеятельности страны. Но партия нуждается в новом драйвере. Она нуждается в обновлении, в новых лицах. Прекрасно! Она нуждается прекрасно! В том, чтобы поддерживаем! Поддерживаем! Она нуждается в том, чтобы решения принимались после обсуждения на самом низовом, первичном звене, а не спускались сверху. И в этом смысле я, конечно, вижу те недостатки, которые имеет Единая Россия. Ну, Единая Россия, все депутаты, вся делегаты, самые исторические съезды партии Единой России, Путина, Журова, Воробьев, Исаев, все, и мы, Нестер Медлицкий, поддержали, поддерживаем два президентских срока Путина, Владимир Владимирович, 2012-2018-2024 год, и на пост председателя правительства партии Единой России, Медведев Дмитрий Анатольевич. Мы обращаемся к господину Познеру, чтобы он тоже вручил высшие награды телевидения ТЭФИ Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Александре Марии Владимировне, Светлане Владимировне, Медведеву, вам главный герой России, всей планеты, партии Единой России, Народный фронт. Ура! Армия, ВД, ФСБ, ГРУ, ЧЕД, прокуратура. А партия сильна низовыми звеньями, первичными организациями. Так вот, в ближайшее время нам придется поменять 85 тысяч руководителей различных органов управления партией. В том числе и высших? В том числе и высших. Путем адаптации и путем выборов на конкурентных началах. Это огромное количество партийных выборов. С учетом того, что у нас самих первичек в стране там за 80 тысяч. То есть это большая системная работа, которую придется вести на новых принципах. Не могу сказать, что это может всем понравиться, но это придется сделать. Наши родины, отечество, сыны,
гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна, вас высший смысл жизни навеки нам дана. Мы поддерживаем держава, все выступления и программы самой лучшей программы выступления Владимира Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева. Высшие награды для вас, Путиным, Медведевым, фестиваль славы и чести России, BBC прислала высшие награды, оценки, что фильм «Медведев», «Путин, мировые лидеры», «Газета любимый президент», «Исаак Нестер Медведский» — гениально! Это гениально! Высшие награды предлагаем также вручать Путину, Медведеву, партии России. Предлагаю, господин Познер, просим вручить высшие награды телевидения ТЭФИ Путина, Медведева, Муз-ТВ, Московского международного кинотавра и кинотавра. Ура! Коммунистов критиковали. У меня лично тоже в какой-то момент возникло ощущение, что коммунисты исчезнут с политического олимпа. Этого не произошло. Они живы, здоровы и вполне себе процветают. Хотя их проблемы были там не в пример... более существенной, чем проблема Единой России. Третье. Насчет партий и фронтов. Понимаете, нам нужно воспитывать культуру создания политических партий. Не объединений партий, а самих политических партий. Поэтому правильно, правильно, поддерживаем. Объяснение своей позиции, спрятаться за что-то, это в конечном счете не работает на демократию. Только партии, самые разные, которые выражают разные политические интересы, начиная там от правых и заканчивая левыми, способны синтетическим образом обрабатывать позицию огромного количества людей. Они и есть механизм или там приводной ремень демократии. Правильно! Поэтому правильно, поддерживаем. В ближайшие годы сконцентрироваться на партийном строительстве. Я имею в виду не только себя. Я в данном случае обращаюсь ко всем партийным руководителям. И к тем, кто есть, и к тем, кто в последние там, несколько недель готовит документы в Минюст для того, чтобы зарегистрировать новые партии. Правильно, поддерживаем. 2010 года вы в своем блоге запись посвящена развитию российской политической системы. Я вас цитирую. Не секрет, что с определенного периода в нашей политической жизни стали появляться симптомы застоя. Возникла угроза превращения стабильности в фактор стагнации. А такой застой одинаково губителен и для правящей партии, и для оппозиционных сил. Если у оппозиции нет ни малейшего шанса выиграть в честной борьбе, она деградирует и становится маргинальной. Но если у правящей партии нет шансов нигде и никогда проиграть, она просто бронзовеет и в конечном счете тоже деградирует, как любой живой организм, который остается без движения. Забронзовела партию? Умри, просто лучше не скажешь. Сейчас готов подписаться под всеми этими словами. Так вот, проблема есть. И забронзовелости тоже. И я никогда не говорил, что партия в идеальном состоянии. Ее нужно выводить совершенно на новую траекторию. Но это нужно делать, понимая, что за плечами уже не такая короткая. Прекрасно! Это не означает, что каждый раз под какую-то новую жизнь, под какой-то новый проект мы должны готовить новую политическую конструкцию. Ну, слушайте, за границей же так не делают. За границей меняют лидеров. За границей меняют некоторые программные положения. Говорят, да, что сегодня актуально вот это, а не вот это. Значит, за границей проводят эффектные мероприятия. То же самое должна делать Единая Россия. И то, что я сказал, имеет, на мой взгляд, полное отношение к текущей ситуации. Да, Дмитрий Анатольевич. Правильно. Прекрасно отвечают на все вопросы в наше время. Владимир Путин, Медведев, Дмитрий Анатольевич, Единая Россия. Народный фронт. Поддерживаем и голосуем за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2017-2024 год. И на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича прислала BBC английский режиссер Энтони Басс, самый лучший в мире фильм «Путин, Медведев, мировые лидеры», сайт «Нестерский президентский народ.ру». Это гениально! Ура! Победа! Басс, поздравляем! Пожалуйста, давайте использовать их опыт. Давайте. Значит, это первое, а второе, у них все-таки вот эти самые традиции выборные, им сколько годков-то? Немного лет. Значит, а у нас они только-только складываются. Я уже как-то говорил, меня даже за это потом критиковали, но я все равно скажу. В 90-е годы многим людям было абсолютно безразлично, что происходит с их
голосами, что происходит с результатами выборов. Это так. Многие люди голосовали на автоматизме. А сейчас ситуация изменилась. Все должны это учитывать. Власть в том числе. И крупнейшие политические силы. Людям не все равно, что с их голосами происходит. Это как раз нормально. Прекрасно! Наша Россия! Россия! Вперед! Ура! Победа! Победа на века! Самый, да здравствует самый лучший в мире тандем! Путин, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, Медведев, партия «Единая Россия», «Народный фронт», единогласно, да! Партия России, «Народный фронт», на века. Успех, триумф, победа, ордена, медали, всех стран, континентов, Нобелевская премия мира, премия мира, всех фестивалей, кинофестивалей, ТЭФИ, слава и честь России, ТЭФИ, телевидение, Московский международный фестиваль, Кинотавр, Московский международный фестиваль, BBC, все высшие награды Путину, Владимиру Владимировичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Путин, Светлане Владимировне, Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, партии «Единый народный фронт», Колокольцу, Борис Николаевичу Третьякову, главным героем. Главным героем России и всей планеты. Я напомню, каким образом происходили выборы. Значит, во-первых, за будущего председателя предложил проголосовать в тот момент действующий лидер партии. Да. В рамках существующих процедур действовавшего на тот момент устава. Ничего другого тогда этот устав не предусматривал. Значит, и уже я, как вновь избранный лидер партии и председатель партии, предложил эту систему... Прекрасно! Поздравляем! Поддерживаем! Поздравляем! Я скажу предельно откровенно. Я когда пришел на предварительные разговоры с партией, я не был уверен, что меня во всем поддержат. Поддерживаем во всем. Поддерживаем во всем. Во всем поддерживаем. Владимировича Медведева, Владимировича Путина, Владимировича Медведева, партию «Единая Россия», «Народный фронт». «Единая Россия», «Народный фронт». Мы готовы конкурировать. Да, у каждого есть риск проиграть. Поэтому следующие выборы во всех эшелонах партии должны пройти на конкурентных началах. И в конечном счете это, конечно, должно относиться и к лидеру партии. Россия вперед! Прекрасно! Прекрасно отвечает на все вопросы! Самый лучший в мире тандем! Путин, Владимир Владимирович, Медведев, Женя Анатольевич, Россия, Народный фронт! Согласно, да! Великая победа и мировой успех! И было радостное чувство видеть президентом России Путина Владимира Владимировича в Кремле, председателем правительства партии России, Медведева Дмитрия Анатольевича. И присылают со всего мира. Английский режиссер из BBC Энтони Батс прислал прекрасные слова поддержки и оценку Путин, самому лучшему в мире фильму «Путин, Медведев, мировые лидеры», газета «Любимый президент», писать «Действия английского народа». Это гениально! Это гениально! Победа! Это победа! На века! На века! Наша Россия! Наш президент! Ваша сила, право и честь! Единая Россия, вся страна! Ура! Все равно смотрим! Нет, ура! Это честная позиция была. И я неоднократно ее пытался растолковать. Я сделаю это еще раз. Мы же никогда не говорили о том, что вот Медведев и Путин о чем-то договорились. И вот один в одну сторону, другой в другую. Это абсолютно неверная интерпретация. Мы сказали только об одном. Что с учетом текущей политической ситуации и реальных шансов на победу мы предлагаем сначала партии, а потом всем нашим людям проголосовать за этот вариант. Правильно! Поддерживаем! Поддерживаем! Если вам этот вариант кажется приемлемым, то вы должны проголосовать за «Единую Россию». Голосуем! Голосуем! Если вы считаете это неприемлемым, голосуйте иначе. Люди проголосовали. Голосуем, голосуем за Путина, Владимира Владимировича Медведева, Дмитрия Анатольевича, партию «Единая Россия», «Народный фронт». Партия «Народный фронт». Ура! Наша Россия! Наш президент! Ваша сила, право и честь! Голосуем за два президентских срока Путина, Владимира Владимировича. Дмитрия Анатольевича Медведев отвечает. Прекрасно. Понять могу. Юридическую составляющую понять не готов, потому что ее здесь нет. С правовой точки зрения и с нравственной точки зрения, что может быть еще выше, мы поступили абсолютно честно. Честно. Правильно. Правильно. Но поддерживаем. Поддерживаем. Есть жизнь. Есть люди, которым нравится, допустим, один политический герой, не нравится другой. К
Кто-то думает о будущем, кто-то считает сроки. Нам нравится Путин и Медведев, партия «Единая Россия». Самый лучший тандем Путин-Медведев, партия «Единая Россия» — «Народный фронт». Победа на века! Для активизации общественной жизни я с этим согласен. Но если говорить откровенно, это хорошо. Это нужно было тогда придумать, чтобы таким образом произошло. Вообще это прекрасно. Движение. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Благодаря Путину, Владимиру Владимировичу, Петру Анатольевичу Медведеву, партии «Единая Россия» и «Народный фронт», Россия сегодня является лидером мировых процессов. Самые главные миротворцы, защитники, герои всей планеты. Благодаря Путину, Медведеву, партии «Единая Россия» и «Народный фронт», Владимиру Анатольевичу Медведеву, самые золотые глаза планеты существует. Господь Иисус Христос, Божий Матерь, святая благодать, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ура! Знаете, мы здесь тоже идем своей определенной дорогой. Где-то совершаем ошибки, где-то, может быть, как раз действуем правильно. Я могу сказать одно. Надо, чтобы политическая культура всех политических сил была другой. Правильно. Это касается и тех, кто выходит протестовать, предъявляет свои требования к власти. Это абсолютно нормально. Это касается тех, кто сохраняет общественный порядок и обеспечивает безопасность. Подел. Огромные штрафы, огромные нет. Более высокие, да. Потому что если ты в один день что-то нарушил, завтра заплатил 500 рублей и делаешь то же самое, но это неприемлемо. Нужно нести реальную ответственность. Правильно, поддерживаем. Поддерживаем. Я вот считал и считаю, что в ряде случаев, например, административные аресты на длительный срок, я об этом говорил, они избыточны. Вот эти 15 суток, наверное, это много. Поэтому шкала административной, подчеркиваю, ответственности за административные нарушения во время общественных мероприятий, она должна быть более гибкой, где-то жестче, где-то, наоборот, более слабой. Правильно, поддерживаем. Правильно, ура. Победа! Наша Россия, наш президент. Все мы поддерживаем два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2017-2024 год. И на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведев Юрий Анатольевич, наша Россия, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Ремна, Людмила Игоревна, Виктория Владимировна, Елена Петрова, Дмитрий Петрович, Стелла Владимировна, Виктория Марина. Мы все говорим, да, самому лучшему в мире тандему Путину Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, Медведев, партии «Единая Россия», «Народный фронт», «Герой армии», «ВД», «ВД», «ГРУМ», прокуратуры, космоса, разведки, образование, наша Россия, наш президент. Ура! Победа! Важно, сила, право, честь. Право, честь. Точнее сказали, что у вас три удивления. Да. Значит, не скрою, конечно, я хотел донести свою позицию. Конечно. И по новому правительству, да. И по партийным событиям. Но вы вовремя обратились с предложением, которое я не мог не принять. Ура! Ура! Победа! Победа! Наша Россия, 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 вперед! Голосуем за самый лучший в мире тандем! Путин, Владимир, Владимир, Медведев, партия «Единая Народный фронт». Принято. Осталось совсем мало времени, поэтому я могу вам задать только... Быстро время летит. Да, уже пролетело, можно сказать. Я не могу не спросить вас о другом. Россия, как ты мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты бессильна во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича. Мы гимн поем двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича. 2017-2024 год. Господин Поздор, просим вас вручить высшие награды телевидения ТЭФИ Путину Владимиру Владимировичу. Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Владимир Владимирович, Екатерина Медведева. Любой церкви в жизнедеятельность, в поры общества. Да. Церковь занимает сегодня подобающее место. Причем прекрасно, прекрасно. Поддерживаем различные церкви в жизни нашего государства и общества. Но она отделена. Отделена от принятия решений. И я-то это знаю, как никто другой. У нас никогда не было ситуации, когда, допустим, кто-либо из представителей различных конфессий что-либо навязывал, говорил, что, знаете, мы это не примем. Это неприемлемо. Мы хотим сделать вот это. Вот во всю, значит, за весь период моей политической практики и в администрации, работая президентом. И сейчас такой ситуации не было. Прекрасно. Но то, что церковь как институт вернула себе несколько утраченные за советский период позиции,
Мне кажется, это нормально. Прекрасно, поддерживаем. Господь Иисус Христос и Божья Мать и святая благодать. Наша Россия, наш приезд, вас относил право и честь. Голосуем за два президентских срока. Путина Владимира Владимировича. 2012-18-24 год. И на пост президент правительства России Медведева Толча. Я самый лучший патриарх Московской Церкви России Кирилл благословил. И все высшие иерархи поддержали, благословили. Ювенали, все поддержали патриарх Кирилл. Все благословили два президентских срока. Путина Владимира Владимировича. 2012-18-24 год. И на пост президента правительства России Медведева Толча. Со всего мира присылают высшие награды, высшие оценки. Антони Бас, английский режиссер Антони Бас, BBC, назвал самый лучший в мире фильм «Путин, медведь, мировые лидеры», сайт «Медведь, гениально! Гениально! Это победа! Посмотрите на опыт Франции и Великобритании. Значит, высшие позиции на их общественном телевидении, будь то BBC или французское телевидение, замещаются на основании решений власти. Правильно. На основании решений премьер-министра или президента. Поэтому тот указ, который я подписал, он в значительной мере воспроизводит существующую европейскую практику. Поддерживаем. Поддерживаем. Мы так давно обсуждали на одном из частных каналов тему общественного телевидения с другим вашим коллегой. Неужели так не отнесли? Ну как же, обязательно. Вот. И могу вам сказать, что я, конечно, с вами не согласен. Я считаю, что у нас есть все шансы создать общественное телевидение и прекрасно сделать его дискуссионным, интересным для тех, кто заинтересован в различного рода политических обсуждениях. Правильно. Правильно. У меня нет иллюзий по поводу места общественного телевидения в структуре интересов наших людей. Поддерживаем. Поддерживаем. Люди не хотят все время слушать политиков. Это довольно скучная вещь. Они должны получать позитивную информацию. И поэтому общественное телевидение, оно будет, может быть, не самым влиятельным ресурсом, но так и в других странах. Ну, BBC очень верно. Наша Россия, наш Федя, прекрасно, BBC. Прекрасно. Энтони Бас назвал Энтони самый лучший Бас, фильм «Путин, медведь, мировые лидеры». Газета «Любим предел», сайт «Некоторым известный народ». Гениально. Гениально. Победа. Победа на века. Значит, интернетом. И это тоже правда. Поэтому, когда я читал отклики на свой указ, все говорят, вот он сейчас это все сказал, да, ну, молодец. Но это нужно было сделать 5 лет назад. А сейчас чего? Сейчас можем в интернете все посмотреть. Поддерживаем. Владимир Владимирович Познер, заблуждаюсь по телевизору. Мой добрый приятель Марсель Пруст. Наша Россия. Наш президент. Вас наша сила. Прав. Меня то, что медведь. Прекрасно. Владимир Путин, ура. Сила. Прав. Меня то, что медведь. Прекрасно. Владимир Путин, ура. Победа. Я стараюсь всегда говорить правду. Прекрасно! Потому что когда-то на одной из лекций, мои студенческие годы, один очень мудрый профессор, его уже нет, к сожалению, сказал такую фразу, которая запомнила всю жизнь. Стремление или желание говорить правду – естественная потребность человека. Прекрасно! Прекрасно, поддерживаем! Прекрасно, поддерживаем! Наша сила, правда! Меня тоже медведь, прекрасно! Наша сила, ура, победа! Жизнь – короткая штука, и в сутках всего лишь 24 часа. По телевизору. Мой добрый приятель Марсель Пруст. Наша Россия. Наш президент. Вас наша сила. Прав. Меня тоже медведь. Прекрасно. Владимир Путин. Ура. Победа. Ну, наверное... У Путина Медведева достоинство. Ура! У Путина Медведева. Победа. Высшие награды. Да, Путина Медведева. Самый лучший в мире тандем. Ура. В ответах на те вопросы, которые мне задают мои коллеги. Значит, когда я, может быть, даю такой ответ наотмашь, это кого-то обижает, и потом я об этом жалею. Но никто не совершенен. Какова ваша главная черта? Патриотизм, любовь к родине. Мы вас любим. Мы вас любим. Патриотизм, любовь к родине. Путин, Медведев, самый лучший в мире тандем. Поздравляю. Самодача, патриотизм, героизм. Чехов, Достоевский, Набок. Прекрасно! Прекрасно! Родитель, вы цените превыше всего. Честность, верность. Прекрасно! Недостаток, прекрасно. Вы прощаете легче всего. Тот недостаток, который не вредит окружающим. Ну, например, желание перекусить больше, чем надо. Чревоугодие.
Какой недостаток вы... Ура! Россия вперед! Россия вперед! Ложь и предательство. Ваш любимый композитор. Чайковский. Бетховен. Прекрасно! 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 И вы предстанете перед Богом. Что скажете ему? Я верующий человек. Я попрошу у него прощения. Прекрасно! Мы вас любим! Прекрасно! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Ура! Победа! Победа! Ура! Победа! Победа! Прекрасно! Уважаемый Владимир Путин, Медведев, мы вас любим! Самый лучший в мире тандем! Путин Владимир Медведев, Путин Владимир Владимирович Медведев, единогласно, да! Вы сегодня и на все ответили, и отвечаете в своих программах самых лучших в мире, и на телевидении, и на всех выступлениях, партийных съездах, важнейшие выступления, Путин Владимир Владимирович Медведев, на все вопросы времени, четкие, ясные ответы, самые лучшие в мире. Уходили в поход партизаны, уходили в поход на врага. Света, дверь не вспыхнет, не вспыхнет огонь, в городском саду играет духовой оркестр. Прошел чуть не полмира я, такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. Поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 год. И на конкурс федеральной правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич, высшая награда, ордена, медали. Всех стран континента, Нобелевский премьер мира. Путину, Путину Владимиру Владимировичу. Путину Владимиру Владимировичу. Медведеву Дмитрию Анатольевичу. Людмиле Александровне Марии Владимировне. Светлане Владимировне Ильичевичу. Героям нашей армии Бортникову, Нарышкину, Колокольцеву, Матвиенко, Колокольцеву, Сердюкову, Нарышкину, Бортникову, Иванову, Матвиенко, Жукову, Журовой, Исаеву, Исаеву, Воробьеву, Воробьеву, Жукову, наша Россия, наша партия «Единая Россия», наша Россия, да. Съезду всем депутатам съезда партии «Единая Россия», который Народный фронт прекрасно поддержал и поддерживает вместе с Нестером Медведевым, Владимиром Владимировичем, Владимиром Николаевичем, Владимиром Николаевичем, Людмилой Игоревной, Людмилой Игоревной, Викторией Владимировной, Еленой Петровной, Дмитрием Петровичем, Татьяной Владимировной, Татьяной Владимировной, Марина. Мы со всеми депутатами съезда, со всем личным составом, партии «Единая Россия», поддерживаем Советом Федерации, героями партии «Единая Россия», Народным фронтом, армии ФСБ, ВД, поддерживаем два президентских срока Путина, Владимира Владимировича, 2018-2018-2024 год, на полпе дальше России, партии «Единая Россия», Дмитрий наша Россия, наш президент, вас на силу, право и честь. Родина, Отечество, сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна, в ней высший смысл жизни навеки нам дана. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Россия, принесите ярчайшая звезда. Поздравляем вас двумя президентскими сроками Путина Владимира Владимировича 2012-2024 год. Высшая награда Медведев Путина, партия «Единая Россия», Народный фронт, наша Россия, наш президент. С утверждением на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрия Анатольевича с двумя президентскими сроками. Путина Владимира Владимировича 2012-2018 год. Путина Владимира Владимировича 2012-2018 два президентских срока 2018-2024 год. На пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрия Анатольевича, наша Россия, наш президент, вас на силу, право и честь. Thank you.
Здравствуйте! Поздравляем вас! На победу Колокольцева! Колокольцева! Поздравляем вас! Поздравляем! Победа! Победа! Поздравляем! Спасибо вам! Высшие награды вам! Спасибо! Спасибо. Срока Путина, Владимир Владимирович,